Всем, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами начинаем слушать пятничные синглы. И начнем мы с вами слушать с трека Моргенштерна «Пойдет». Интересно, на самом деле очень интересно, потому что я слышал сниппет, и сниппет звучал очень интересно, вот прям звучал очень кочево, и в общем, мне реально действительно интересно, что это такое, и стоит ли это вообще нашего внимания. Хочется, конечно, какой-то хитовой работы от Алишера, но я понимаю, что он все-таки уже не тот, и вряд ли мы такое получим, но все возможно, да? Все возможно. Так, тут еще клип мы тоже обязательно чекнем. «Пойдет» — первая сольная веселая песня от Алишера с начала 2022 года. Первый сниппет трека исполнитель опубликовал 10 февраля 2023 года, но последующие несколько месяцев никакой новой информации о треке не было. Первый сниппет я, кстати, не слышал такой, ну-ка. А, да, да. Окей. 15 марта в сеть выходит клип на трек «Неправда», в конце которого появляется надпись «Рестарт» с двумя вариантами ответа «да» и «нет». Выбор падает на «да», что, скорее всего, указывает на то, что Виктор творчество теперь сменится на более веселый и привычный для слушателей лад. 13 мая Алишер публикует полноценный сниппет песни, в котором разглашает дату выхода трека. 19 мая 2023 года. Ну, полноценный сниппет я видел. Клипчик мы обязательно чекнем. В общем, новый вектор творчества, да? Окей. Надеюсь, нас сегодня не разочарует, и погнали уже слушать. Let's go. Жду качества. Ну что, на трезво сыграем? Или похуй пойдет? Похуй пойдет. Окей. Похуй пойдет. Похуй пойдет. Все мои друзья подонки, дьявол в ахуе степох. Они могут трахнуть тёлку, если тёлка не дает. Я любил тебя так долго, охуеть я долбоёб. Только скрученная сотка календарь перевернёт. А мой охранник теперь охраняет меня от меня. Я полюбил шалаву, жизнь она дала себя. Грязные дела под самый чистый кокаин. На четыре шлюхи не было, мы взяли только три. Окей, хорошо, неплохо. Интересная идея. Не ебу шалаву, если та меня не любит. Не трогай мою суку, слышь, она тебя погубит. Я намешал всего, теперь хочу ее везде. У нее есть муж, а я хуёвый человек. Они говорят, что у меня дела хуёво. Вы вообще свои дела видали, трупоёбы? Мне вчера на карточку упало пол лимона, а я хотел миллион, вот черт. А похуй пойдет. Окей, хорошо. Похуй пойдет. Окей, хорошо. Скажу так, не разочаровало. Не разочаровало, это определенно. Интересная идея у трека. Только вот в сниппете звучало лучше куплет второй, честно. Для меня как-то... Здесь, возможно, стоило оставить, типа... Бит, который был в этом. Ну, это там не бит, блядь, когда он так по вот этому инструменту хуярил, да? Я думаю, если бы он так оставил, было бы лучше. В общем, я не знаю, насколько это репитное дерьмо. Но есть ощущение, что репитное. Реально есть ощущение, что репитное. В целом, я не расстроен, я думаю. Я удовлетворен. В целом, я примерно такое и планировал услышать. Насчет репитное, не репитное, это потом. Так что давайте сейчас просто чекнем клип. Почему бы нет? Да? Почему не удалось... Бля, сейчас.
Let's go. Сообщают, что парочка около острова Бангтао не справилась с управлением и влетела в машину, которая проезжала мимо. Просто на трезво сыграем. Или похуй пойдет. Пойдет. Все мои друзья подонки, дьявол в аху из типов. Могу трахать тёлку, если тёлка не дает. Я любил тебя так долго, охуеть я долбоёб. Только скрученная сотка календарь перевернёт. А мой охранник теперь охраняет меня от меня. Я полюбил шалаву, жизнь она дала себя. Грязные дела под самый чистый кокаин. И четыре шлюхи не было, мы взяли только три. Пойдет. Шалаву, если та меня не любит. Не трогай мою суку, слышь, она тебя погубит. Я намешал всего, теперь хочу ее везде. У нее есть муж, а я хуёвый человек. Они говорят, что у меня дела хуёво. Вы вообще свои дела видали, долбоёбы? Мне вчера на карточку упало пол лимона, а я хотел миллион, вот черт. А похуй, пойдет, пойдет. Похуй, пойдет, пойдет, пойдет. Пойдет. О, ебать. Прикольно. Клип тоже интересный, живой. В целом у него в последнее время только такие клипы живые. Я придумал, кстати, что сказать про этот трек. Я придумал идеальную фразу, что вставить на превьюшку. Про этот трек я скажу очень коротко. Похуй, пойдет. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить еще больше реакций. И обязательно оставьте какой-нибудь комментарий, что вы думаете по поводу этой песни. Хит это или не хит, потому что я не совсем понимаю. Ну а с вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.